Свещева Анастасия Евгеньевна, обучающаяся 9 А класса средней школы номер 25 имени Михаила Степановича Лиховида города Луганска. А в Луганске цветут акации, ветер вольный по улицам города, аромат их разносит ласковый, дарит бодрость уставшим прохожим. Вспомнив детство свое беззаботное, вкус цветов белоснежной акации, улыбнулись на миг краткие взрослые и забыли реальность ужасную. Край родной, сколько знаешь страданий ты, сколько воинской славы и доблести. Здесь, в Луганске, люди отважные, настоящие патриоты. Жили мирно, трудились честно, не склонились к гниющему Западу. Он тогда же разжег ненависть и пошел убивать брат брата. Как фашисты с утра начали по Луганску стрелять неистово, тех, кто раньше друзьями значились, те, кто были родными, близкими, и багровое небо над городом, птиц испуганных крики мрачные. Вот какой моя стала родина, познав боль и рыдания страшные. Но не станет Луганск на колени и не будет слугой Запада. Пусть запомнят все люди навеки, что не в силе наш Бог, а в правде, что все зло назад возвращается, беззаконие творить безнаказанно никогда никому не получится, и за все отвечать надобно. А в Луганске цветут акации, а в Луганске весенний воздух, будто слезы и кровь выдумка, будто это все несерьезно. Синий небес в реке отражается, птичье пение и солнце ясное. Вот что раньше ценить не умели мы, а теперь для нас чудо и праздник. Просто жить и от грома не вздрагивать. Вот мечта всех людей на Донбассе.